выходные ходила в многофункциональный центр. Людей никого не было, на улице дождь шел. Поэтому я заметила, когда выходила уже из центра, заметила аппарат, прибор для измерения давления. Раньше его не было здесь. Ну и решила измерить давление. Очень, конечно, удобно, что в общественном месте есть такие приборы для измерения давления. Выдает он потом талончик с записями твоего давления. Очень удобно. Не надо запоминать, записывать. Хорошая идея, понравилась. Вот так у нас раскурочили, меняют все. Вон там вдали за ограждением таким тканевым был этот площадка Белоруссии. Только недавно, 2 года назад сделали, опять все переделывают. Деньги отмывают, наверное. Весь город перекопали. Вот такая у нас погода. 10 августа на дворе. Холодрыга, 12 градусов.